Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня мы будем готовить молдавское национальное блюдо баба нягры, что переводится как черная бабка. Ни одно торжество, более или менее значительное, не обходится без этого сладкого блюда. Это такой торт, или, скорее всего, пирог, темно-коричневого цвета, но необычайно вкусный и совсем недорогой. Для приготовления бабы-нягры нам понадобится 3 стакана кефира, 1 стакан 250 грамм растительного масла, 5 яиц, желательно домашних, сода, 1 столовая ложка, гашенная уксусом, 2 пачки ванилина, 2 стакана сахара, 1 столовая ложка какао-порошка и 700-граммовая банка муки. Вначале разбиваем яйца. Выкладываем сахар. Баба нягры, бабушка очень капризная, поэтому взбивать яйца надо долго, до получения однородной густой пены. Яйца с сахаром я взбивала 20 минут. Теперь добавляем ванилин, 2 пачки. 1 столовая ложка какао-порошка, полная в горку. И стакан растительного масла, 250 грамм. Продолжаем взбивать дальше. Всыпаем муку. И заливаем кефиром. Продолжаем взбивать дальше. Тем временем я включила духовку, чтобы она нагрелась до 180 градусов. И в самом конце мы добавим 1 столовую ложку гашеной соды. Еще немного взобьем. Откладываем бабу в сторонку, а мы тем временем приготовим посуду. Желательно, чтобы посуда была с толстым дном. Возьмем кусочек сливочного масла и хорошенько протрем. Вот так. Переливаем бабу в утятницу. Духовка нагрелась. Ставим бабу. Через 20 минут мы уменьшим температуру до 140 градусов. А еще через 20 минут до 80 градусов. И так оставим ее на 1,5-2 часа, не открывая духовки. Пока баба печется, у нас, как всегда, литературная пауза. Меланколіє, туче мелодіє, меланколіє, містеріоса мор, меланколіє, меланколіє, дінармонія, інімікудор. Він армонія і нікудо. Два часа пройшло, баба готова. Вынимаем. Ох, какая красавица у нас получилась. Живая.
переворачиваем. Вот она. Разрезаем ее пополам. Порежем на порционные кусочки и выложим на блюдо. Для того, чтобы она получилась еще более пышной, можно добавить 5 грамм дрожжей. Вот блюдо, без которого в Молдове не проходит ни одно праздничное торжество. Рекомендую приготовить и вам. Убеждена, вам оно очень понравится. А я с вами прощаюсь и опять до новых встреч!